Этот компас действительно имеет превосходную скорость установки стрелки, буквально 1,5 секунды, и она встает намертво. Сбить стрелку практически не удается. Можно трясти, прыгать, бегать, ходить. Она стоит как вкопанная. Резкие повороты тоже стрелку не сбивают. Не знаю, это заводской брак мне попался или производитель что-то существенно изменил, но в полученном мной компасе есть два очень странных свойства. Во-первых, на всех фотографиях производителя шкала с рисками находится внутри, ближе к стрелке, а цифры находятся на внешнем круге. В моем случае почему-то цифры находятся внутри, а риски находятся снаружи, максимально далеко от стрелки. Это существенно затрудняет взятие азимута, потому что добиться точного совпадения практически не удается. А во-вторых, колба вращается очень туго. Сдвинуть ее удается только двумя пальцами, прикладывая достаточные усилия. И при этом при вращении с обратной стороны компаса проволока, которая фиксирует колбу, проворачивается и своими острыми концами срезает пластмассовую стружку с платы компаса с характерным скрежетом. Я не думаю, что так предусматривалось производителем, скорее всего, это какой-то брак.